Кратко и по делу. Пиши и сокращай. Книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой нужна каждому копирайтеру, каждому редактору, каждому корректору и людям, которые занимаются сейчас совершенно понятным делом, написанием текстов. Это может быть блог, это может быть публикация для журнала, но самая важная история в этой книге – это сама идея информационного текста. Информационный текст – это «пиши коротко», короче, Склифосовский. В этой книге собраны те рекомендации, которые позволяют выжать из вашего текста ту лишнюю воду, которая сейчас в современном мире интернета просто не позволяет потратить время на текст, который является информационным, но при этом не отличается информативностью. Информативность – это как раз самая главная история про доступность той информации, которая должна быть в каждом тексте. И информационный стиль – это как раз задача выжать ту воду, которая есть. Заум, формализм, канцеляризмы, язык бюрократа, паразиты времени. Я просто перечисляю те главы, которые открываются в этой книге. Если вы еще с ней не знакомы, то самое время определиться и сказать: окей, хорошо, я потрачу на нее один вечер, два вечера. В принципе, как раз размер книги позволяет это сделать. И начну писать коротко и по делу. Вот, в принципе, и все. Я раздариваю эту книгу, потому что она для меня является откровением этого года. И эта книга нужна не только редактору или автору блога, эта книга нужна каждому автору, потому что она позволяет вам вынести in essence в сухом остатке самое главное, о чем писать, как писать и как сделать так, чтобы вас понимали и говорили: а, понял, все классно, поехали дальше. Сильный текст, вот что вы получите в результате прочтения этой книги. Ну а я с вами увижусь в новых рецензиях. Останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вверх и увидимся.